Любому очевидно, что между этими событиями прошло 15 минут. Или же, по-вашему, я не прав? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Феникса Райта Правосудия. Для всех не забываем пошляпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Осталось только собрать их воедино, я не проиграю! Мне нельзя проиграть! Ну, Ник, давай, судья ждать не станет! Ага! Погнали! 8 сентября, 11.40, 54, окружной суд, зал суда номер 2. Мы продолжаем заседание по делу Нэнси Уоррен, мисс Нэнси Уоррен. Мистер Пейн, вы можете вызвать нового свидетеля? Хорошо, ваша честь. Но перед этим, с вашего позволения, я хотел бы сказать пару слов. Да! Касательно свидетеля. Видите ли, ему тяжело находить общий язык с окружающими. Поэтому я бы хотел попросить членов суда проявить терпение и... Мистер Пейн, в предисловии нет необходимости. Прошу вас просто вызвать свидетеля. Да-да, ваша честь. Сторона обвинения вызывает нового свидетеля. Безработного молодого человека, который гулял по парку в день убийства. Надея покушать. Свидетель, будьте добры, представиться. Прежде чем это сделать, я бы хотел кое-что прояснить. Что? А, да, разумеется. Вы только что представили мою чудесную персону суду. Верно? Описал меня как безработного человека, который гулял по парку, так? Да, я так сказал. Я не потерплю подобного отношения. Вы затуманили взор членов суда и выставили меня в дурном свете. Конечно, назвать меня студентом... Блять, я не собираюсь этим мириться, да будет вам известно, что всем аспектам моего... Да-да, я понял вас, приношу искренние извинения, я буду впредь это учитывать. Что это сейчас был за поток сознания? Фуф, мне что, его допрашивать придется? Одежда, машины, женщины, очки и, конечно же, университет. Все исключительно высшего сорта. Очки? Но на тебе нет очков. Может, очки? Тогда понятно. Довольно! Свидетель, ваше имя? О, так вот значит, по каким правилам вы намерены играть. Блять, сука, ты чего ожидал от суда-то? Использовать свои силы и влияние, дабы юные умы беспрекословно вам потакали? Что ж, теперь мне все ясно. Подлый старый манипулятор. Думаете, что загнали меня в угол? Ошибаетесь. Я прошу прощения. Этого больше не повторится. О боже! Я прощаю вас. Ну что ж, полагаю, мне следует представиться. Я принц Мейджор, беззаботный виртуоз. Потенциально теоретический выпускник университета. Или же, если вам будет угодно, студент в поисках. Хм, мистер Мейджор, в день убийства вы прохаживались по парку, верно? Это слово к вам крепко привязалось, как я погляжу. Что ж, если так, то извольте. Но я смею вам напомнить, никакой... Но я смею вам напомнить, никакой ты там юнец, чтобы прохаживаться с мамочкой под ручку. К вашему сведению. Итак, прошу, расскажите нам о том, что вы видели, пока гуляли в парке. Вот, вы снова это сказали? Что я, дескать, там гулял? Имейте в виду, вы... Ваши показания, мистер Мейджор! Что я видел в тот день?
Я весь день пребывал в парке, занятый глубокими раздумьями о своей жизненной ситуации. Я подзабыл, который был час, но уверен, что все произошло вскоре, после 18:00. В один неожиданный момент, прямо передо мной на дорогу упал полицейский. Я тут же посмотрел наверх и встретился взглядом с очаровательной юной леди. Конечно же, я запомнил ее прелестное лицо. Лицо нашей милой подсудимой. А еще на землю рядом с полицейским свалился какой-то банан. Что ж, такие показания вполне можно считать решающими. Решающими, Ник? Ты слышал, что он сейчас сказал? Ага. Ага, и это все? Ты чего такой спокойный? Странно, я и правда чувствую только спокойствие и уверенность. Наверное, потому что я верю в своего клиента. Ты про Нэнси? Ага. Если она действительно невиновна, то это означает только одно. Он лжет. Вы можете допросить свидетеля, мистер Райт? Погнали, бля. Можешь врать сколько угодно, но я докопаюсь до правды. Погнали. Я весь день пребывал в парке, занятый глубокими раздумьями о своей жизненной ситуации. Стопа! Вы весь день пробыли в парке, а у вас довольно много свободного времени. Фу, как грубо. Хотя, опять же, чего еще следовало ожидать? Сразу видно человека, который окончил какую-то второсортную шарашку. Второсортную? Шарашку! Полагаю, тяжело это осознать, будучи скорбным разумом приматом, коим вы и являетесь. Но в тот день мой ум целиком занимали раздумья о будущем великой страны. Так вы же говорили, что думали о том, куда планируете поступить. Ой, я вас умоляю. Будущее нашей страны напрямую зависит от того, куда я поступлю. Вот ведь заносчивый гандон. Я подзабыл, который был час, но уверен, что все произошло после 18:00. Стопа! А как вы узнали, который был час? У вас же нет с собой. Ничего лучше не могли придумать? Неужели вы рассчитываете просто так взять и оклеветать меня? Предвзятый, бесталанный глупец, полагаю, напрягать извилины. Это нынче дело трудное. Наглость у него лезет просто изо всех щелей. Так, что делать? Давить мразоту. Отвечайте на вопрос. Как вы смогли определить время? Цыц-цыц. Даже не верится, что я вынужден беседовать с таким ничтожеством. Мелкий человечишка, который способен лишь стучать по столу, да тыкать в людей пальцем. Ну что ж, полагаю, у меня нет иного выбора. Постараюсь объяснить так, чтобы даже бестолковому простаку вроде вас все стало ясно. В парке есть одна вещь, которая именуется часами, понимаете? Вам ведь известно, что это? Часы нужны для того, чтобы показывать время. Как видите, мистер Райт, их даже можно заметить на снимке с места преступления. Ну, там показывает 7 часов где-то. Блин, вот оно что! Я взглянул на часы и таким образом узнал время. Ну, честно говоря, сама идея деления времени... Очередной поток бессмыслица. Ну это ж где рафинированный идиотизм. Что ж, продолжим. В один неожиданный момент прямо передо мной на дорогу упал полицейский. Блять! Я тоже посмотрел наверх и встретился взглядом с очаровательной юной леди.
Стопа! Вы уверены, что хорошо разглядели ее лицо? Мистер Рай, у животных есть один орган, именуемый глазом. Они используют этот глаз для того, чтобы видеть. Что до людей, то у нас их имеются два. А у животных... их минимум сколько? Даже у вас есть глаза, представляете? Мне плевать, есть они у меня или нет. Вы видели ее лицо? Протестую! Свидетель как раз собирается об этом рассказать. Я бы хотел попросить мистера Райта не кричать во время проведения допроса. Поддерживаю! Мистер Райт, прошу вас не повышать голос в зале суда! Ну тогда, пожалуйста, не давайте мне поводов его повышать. Вы закончили, я продолжу, если никто не возражает. Конечно же, я запомнил ее прелестное лицо. Лицо нашей милой подсудимой. Стопа! Вы точно уверены, что не ошибаетесь? Я вас умоляю, не путайте свою жизнь-развалюху с моим кабриолетом роскоши. Я непревзойденный оригинал, в то время как вы лишь жалкая подделка. Быть такого не может, чтобы кто-то столь прекрасный, как я, мог ошибаться. Конечно, конечно. Да-да, конечно. Удалось ли вам увидеть еще что-нибудь примечательное? А еще на землю рядом с полицейским свалился какой-то банан. Стопа. Банан? Ну, на самом деле, там был не один банан, а скорее гроздь бананов. И как же там оказалась гроздь бананов? А мне откуда знать? Я просто говорю, что видел. Очень странно. Нэнси ничего не упоминала ни о каких бананах. Вот она, Ник, получается, он лжет, что они там были. Может быть, но... у него нет никаких причин лгать о том, что на месте преступления были бананы. А что, если это не ложь? Ну, может, он думал, что видит одно, а это было совсем другое? Если он перепутал с бананами какой-то другой предмет, значит, его показания не точны. Думай, Феникс, думай! Я помню, что я что-то пропустил, но я уже не помню что. Раз моя подзащитная невиновна, то он никак не мог видеть того, о чем утверждает. А значит, если мы как-то докажем, что он лжет? Да, именно это нам и нужно сделать. Она права, смышленая девушка, жаль, я не помню, кто она такая. И каким образом она обратно оказалась тут? Ника, все хорошо. А, упал полицейский. Как же вы смогли понять, что он полицейский? Вы даже не представляете, насколько сильно у меня развита дедукция. Было достаточно лишь бросить взгляд, чтобы определить его род деятельности. Его безвкусная, неказистая... Это также было заметно потому, как он завязал галстук. И по его дешевой низкокачественной... Так, может, с этого и надо было начинать? Ух ты, а он хорош. Слушай, Ник, а как думаешь, он догадался, чем занимаюсь я? Тут даже я пока не догадался. Так, хорошо, что у нас есть? В уликах. Провозглашенный беззаботный виртуоз, он же студент в поисках. Я не помню, но кто она такая, но кажется, я ее знаю. Так, что у нас в уликах? Список имен. Блять, нельзя посмотреть. Да,
оборотной стороне свой номер телефона написал. Так, ну, судя по всему, он был в форме. Я понял, что за банан. Протестую! Мистер Мейджор! Кажется, я знаю, о каких бананах идет речь. Вот они! А, так вам тоже было известно про бананы? Почему же вы не сказали сразу? Увы, у нас вряд ли получится таким образом выжать из меня информацию. А вот тут ты ошибаешься. Но, мистер Райт, как это понимать? Разве это не бейсбольная перчатка? Это его очки были. Что? Перчатка? Просто объедение, да? А сколько витаминов? Это нет! Ваша честь, думаю, это доказывает очень важный факт. Свидетель! Плохо видит. Кстати, насколько у вас хорошее зрение? А, как, что? Как, к чему вы клоните? Протестую! Ваша честь, любой бы на его месте принял перчатку за гроздь бананов. Я так не считаю! Протест отклонен! Значит, вы из таких людей? Да вы прекрасно понимаете, о чем я! Вы подобны тем невеждам, что отвергли... Именно поэтому я спросил, насколько хорошее у вас зрение. Всего-то минус 5. Я сначала чуть не сказал минус 25. Не минус 10, попрошу. Тогда, почему вы не носите очки? Понимаете, я их потерял не столь давно. Разумеется, я как раз планировал купить новые. Но видите ли, это были не какие-то там простые очки. Их нельзя просто заменить. А в день убийства очки на вас были? Да! Свидетель, отвечайте! Вы безжалостный и злой человек! Ничем не лучше тех людей, что судили Жанну Дарк. Она была отважной, храброй женщиной. Она не совершила ничего дурного. Значит, в момент убийства очков на вас не было. Следовательно, показания свидетеля о том, что на месте преступления была моя подзащитная, нельзя считать точными. Протестую! На верхний ярус парка находится всего в 3 метрах от земли. Он определенно мог рассмотреть лица того, кто там стоял. Свидетель! Прошу вас давать более точные показания! Не забывайте, здесь решается судьба человека! Хорошо, ваша честь! Вы можете продолжать! Пожалуйста, поведайте суду, что случилось после того, как вы увидели убийство! Показания свидетеля. Что было потом? Девушка убежала сразу же, как только меня заметила. Я незамедлительно позвонил в полицейский участок и доложил о преступлении. Полагаю, они получили мой звонок примерно в 18:45. У них, видимо, масса свободного времени, раз они прибыли только через 10 минут. Выходит, стоявшая наверху девушка увидела вас и сбежала. Да, все верно. Именно поэтому даже человек, не обладающий интеллектом моего уровня, сможет понять.
что она и есть убийца. Можете приступать к допросу свидетеля, мистер Райт. Что было потом? Девушка убежала сразу же, как только меня заметила. Стопа. То есть она просто взяла и убежала? Верно. Можно сказать, что своим поведением мисс Уоррен выделялась как белая ворона. Ой, простите, наверное, эта шутка была слишком сложна для человека без образования. Ну, если честно, до меня и правда дошло только через пару секунд. Но раз она убежала сразу, как только вас заметила, то как вы смогли определить, что это была именно моя подзащитная? Черт! Протестую! Свидетель уже ответил на этот вопрос. Он дал показания о том, почему убийца обвиняемая. Да, верно! Мистер Райт, прошу вас снять свой вопрос! Как же мне выжать из него информацию? Я незамедлительно позвонила в полицейский участок и доложила о преступлении. Стопа. Сразу же? А конкретнее? Говорю ведь сразу же. То есть, конечно, минутка может и прошла, но... Это ведь долг любого порядочного гражданина. Что вам... Вам что, этого не преподавали в вашем низшем учебном заведении? Он думает, что людей учат вызывать полицию в колледже? Серьезно? Слушай, Ник, мне кажется, тебе стоит заглянуть в материалы дела. А? Полагаю, они получили мой звонок примерно в 18:45. Стопа. А как вы узнали, который был час? Мне сказал детектив. Ну, вы знаете, о ком я. О таком пальто может ходить... В таком пальто может ходить только тот, кого выгнали из сельской школы. Слышь, приятель, я вообще-то окончил неплохой, то есть шикарный колледж. Верится с трудом. Не суть, у меня нет сомнений, что я точно запомнил, когда именно совершил звонок. Если же я и ошибаюсь, то только потому, что детектив не умеет определять время. Чего? Ах ты ж! Будет тут еще какой-то наглый пацан мне! Да-да, полагаю, мы все поняли, в чем заключается... Все поняли, в чем заключается ваше мнение. Итак, когда приехала полиция? У них, видимо, масса свободного времени, раз они прибыли только через 10 минут. Стопа. Значит, полицейские оказались на месте преступления в 19:00? Мне кажется, даже раньше. Обычно к этому времени в парке уже почти никого нет. Но не успел я оглянуться, как все заполонили толпы бесстыжих зевак. Таковы уж современные нравы в нашей стране. Не вижу в его показаниях ничего странного. Может заглянуть еще разок в материалы дела? Да, наверное, стоит. Так, значок адвоката важная вещь. Нам эти очки еще куда-то надо приплести. Пух. Блять, непонятно. Досье есть. Ладно. Пока, походу, досье нам ничего не даст. А
Позвонил полицейский участок, доложил о преступлении. Слушай, давай сохранимся. И покажем. Что мы покажем-то? Что мы покажем? Протестую! Блять! Мистер Мейджор, будьте добры, взгляните-ка на это. Вы про отчёта вскрытия? Согласно отчету, смерть наступила в 18:28. И что с того? Вы сказали, что вызвали полицию сразу же после того, как произошло убийство. Однако, по вашим словам, звонок полицейские приняли в 18:45. Любому очевидно, что между этими событиями прошло 15 минут. Или же, по-вашему, я не прав? Думаю, суду будет интересно послушать, чем вы занимались эти 15 минут. Протестую! Убийство повергло свидетеля в состояние шока. Вполне естественно, что он мог испытывать минутное потрясение. Протестую. 15-минутное. Минутное потрясение, возможно, но никак не 15-минутное. Мистер Мейджор! Да! Объяснитесь! Что вы делали эти 15 минут? Отвечайте на вопрос! Я... телефон... то есть... Но... Я искал телефонную будку! Телефонную будку? Получается, у вас нет мобильного телефона? Опять вы со своими расспросами! Я же вам не матрешка, которую можно открывать до бесконечности! Считаете себя там, небось, каким-то уникумом? Свидетель! Я потерял телефон, вот, довольно? Вы потеряли телефон? Ну надо же! Сначала очки, а потом еще и телефон! Не понимаю, как можно столь безответственно относиться к своему имуществу? Что, хотите сказать, что у высокоинтеллектуальных людей нет права терять вещи? Разве вы не слышали, что у каждого... Довольно! Господи, чем я это заслужил? Так, стоп, секундочку, он потерял телефон? Нет, тот мобильник, а вдруг это он? Ты про телефон, который нашла Нэнси? Не может быть! Ого, вот такого поворота я не ожидал. Как же лучше поступить? Давить? Мистер Мейджор, а где сейчас ваш мобильный телефон? Я же сказал, уже потерял. Чему это вы так радуетесь? Кажется, произошло некоторое недопонимание. Спешу вам сообщить, что телефон я нашел. Вот, прошу. А, понятно. Значит, телефон все-таки при нем. А я-то думала, что это и правда его мобильник. Что ж, полагаю, все встало на свои места. Свидетель потерял мобильный телефон и не смог сделать звонок сразу после убийства. Следовательно, он потратил 15 минут на то, чтобы найти телефонную будку. Такова суть произошедшего. Сомневаюсь, что здесь скрывается нечто большее. Есть у вас еще какие-либо вопросы, мистер Райт? Ваша честь, показания свидетеля – полная бессмыслица. У него вообще не было никакой необходимости искать телефон. Да как вы смеете?
протестую! Кто вам дал право делать столь громкие заявления? У вас что, есть доказательства? Да, само собой. С этим проблем быть не должно, вроде как. Хорошо! В таком случае, позвольте увидеть доказательства! Какая улика доказывает, что свидетелю не нужно было искать телефонную будку? Так... Телефон... Все элементарно, вот улика, которая подтвердит мое заявление. И вновь наш суд вынужден лицезреть нечто бессмысленное и беспощадное! А, что? Ник, ты меня уже совсем запутал! Блин, я и сам запутался. Скажи, почему ему не нужно было искать телефонную будку? Ну, понимаешь? Я тут просматривал улики, и меня вдруг осенило. Мне прям сразу подумалось, ему и правда незачем было искать телефон. Так скорее предъявляй нужную улику. О какой вообще улике идет речь? Хорошо. В таком случае позвольте увидеть доказательства. Какая улика доказывает, что свидетелю не нужно было искать телефонную будку? Блять. Подожди. На фотографии... Блять, да, вот! Ну я почти угадал! Вот! Все весьма просто, вот, взгляните, пожалуйста! Фотография с места преступления? А что с ней не так? С фотографией-то никаких проблем нет. Но если вы не понимаете, к чему я клоню, то проблемы явно у вас. Нет! Это же! Телефонная будка! Верно! Свидетель стоял буквально в паре шагов от будки. Мистер Мейджор, телефон был прямо перед вами, отчего же вы им не воспользовались? Хороший вопрос, но уже для следующего раза. А сегодня на этом будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока!